айбатты, жолбарстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін. В этом году исполнилось 130 лет со дня рождения великого поэта, публициста и педагога Макжана Жумабаева. К этой дате в Центре развития языков города Темиртау прошел литературно-творческий конкурс городских макжанских чтений. Среди молодежи, которая представила творчество поэта, старшеклассники, студенты колледжей и университетов города Темиртау. Всего поступило 25 заявок на участие в юбилейном конкурсе. Из 25 человек отбор прошли 6 из них. По итогам соревнований первое место присуждено одному участнику, второе место – двум участникам и третье место – трем. Что касается призового фонда, то участники в зависимости от занятых мест поощряются денежными призами в размере 25, 50 и 75 тысяч тенге. Кроме стихотворений, молодежь города представила сцену из жизни поэта, а также исполнила песню Макжана Жумабаева. Основная цель конкурса – пропаганда наследия поэта подрастающему поколению, поддержка талантливой молодежи и расширение сферы применения государственного языка. Кристина Кириченко, Шагула Баймухан, Игорь Евстигнеев. Новости Темиртау.